Всем привет! Мы в деревне. Ты красивый, ты красивый. Мы в деревне. Сидим на берегу. Ловим карася. С нами собаки. Какая тишина. Только гуси гогочут где-то там у нас. Собаки гавкают в деревне. Как же хорошо. Где там поплавок? Поплавок. Где? Да я не видела. Я поплавок твой снимаю. Ой, рыжие уши пришли, рыжие уши. Да, и вот еще черные уши. Так. Так. Три собаки, все с нами, а как же без вас-то? Ну, Буся, ты там всех, конечно, построишь. Понятно дело. Так. А что это вы тут делаете-то? Кино-то уже кончилось. Ой, игрульки, ой, игрульки. А у нас тишина. Буся, ты на рыбалке? Как тебе на рыбалке-то? Нравится? А я не поняла, а ты зачем собираешь? Привет, привет. Как это? Мы что, уходим, что ли, уже? Все. Это такая быстрая рыбалка? А я думала, мы будем сидеть, лицезреть красоту, природу. Я вот сижу, видите, сижу. На коленочках у меня шапочка лежит. Красота-то какая. Лепота. Умиротворение. Вай, ты куда полезла-то в грязь? Давайте мой хочет поплавок. Идет сюда. Здесь от пендель такой отверстие. Вон там, кстати, какие-то собаки гавкают. У нас же там нет деревни. Охотники. Охотники? А, ну да, у нас же здесь охотники, точно. Сожги мне, чтоб пендель плавательный. Но они же не должны в деревню приехать, охотники. Точно не должны? Я приехал. Зачем? Знаю, завод. В деревне-то откуда здесь водка? Магазинов-то нет. А где им водка? Вайка. Встретила нас сегодня. Испачкала меня всю, да, от радости. Ладно, пойдемте тогда домой. Насладились красотой озера. Пойдем домой. Всем доброе утро. Мы уже второй день здесь в деревне. Валерка, он выпускает гусей на пруд. Сейчас вам быстро покажу. Вот, смотрите, побежали, побежали. Галдеж-то, галдеж-то какой. Выпустил. Они тут два дня у нас в заточении сидели, потому что мы уходили. Уезжал Валера в город. Ну что. Водичка у них тут льется, прудик у них свой зацвел. Все, пошли травку кушать. Вот я им вчера сюда травку кидала, вот чуть-чуть осталось тут совсем как-то. Посадить в планах сегодня томаты, перцы. Будем сегодня здесь работать. Мурзик пришел проверить, что мы тут делаем. Конечно, как же без тебя-то. Вон курочки уже ходят. Мои вы девочки хорошие. Несете яйца-то хоть, а? Тоже бы надо их выпустить, конечно. Но у нас тут Вая натворила делов. Видите, как мало курочек осталось? Вот столько теперь у нас куриц будет. Вот такой вот объем работы у меня на сегодня. Посадить перцы,
Это вот у меня багульник, только что-то как-то хреновенько себя чувствует. Надо срочно высаживать, поливать. Там вот у меня калина бульданеш мне дали. Здесь вот тоже цветочки петунии. Все попадало. Надо, конечно, срочно все сажать. Это у меня ГНГ, как-то забыла, как называется. Там он и перчики, и кабачки, и огурчик он даже есть. В общем, куча всего. Надо приступать к работе. Я пришла на пасеку. Даже вот еще не вошла, а слышно, как пчелки гудят. Летают. Жужжат. Заходим, а тут курицы носятся. Вон несутся, меня увидели, бегут ко мне. А гусики наоборот убежали. Там вытаптывают, конечно, валерки, много всего. Хозяйку увидели, прибежали. Идите, идите, нечего ко мне подходить. Идите, гуляйте. Чего вам надо? Чего надо тебе? Ничего не боятся. Наоборот, бегут навстречу. Вон тут шарахаются тоже. Ну, я к пчелкам не пойду, Валера сказала, они сегодня активные. Солнышко вот было у нас. Красота. О, ой, шмели летают. Здорово. В округе все деревья начинают зацветать. Вон там вон дерево зацветает шапками белыми. Вон там, вот дерево тоже. Конечно, красота сейчас. Куст начинает зацветать. Сейчас я буду заниматься теплицей. Но многие меня спрашивали, как я в таком насте, который у меня тут сделан, сено утрамбованное с гусинами. Ну, вы понимаете, не буду говорить это слово. Сейчас я вам покажу, как я буду делать. Для этого мне понадобятся ножницы, ну, соответственно, перчатки и потом коловорот. Мурзик, отвали, заколебал! Мурзя, уйди нафиг, мешаешь. Я выбираю место, то есть где бы мне хотелось. У меня, правда, здесь уже повешены веревочки. Я вот над каждой веревочкой, вот у меня веревочка, я вот под каждой веревочкой освобождаю место, дохожу до земли и там коловоротом сейчас все сделаю. То есть мне нужно, если у меня не могу добраться до земли, могу подкопнуть ножницами. Мне надо освободить место примерно, как бы вот коловоротом я сделала. То есть, ну, мой коловорот вот примерно вот такой в диаметре. Вот, соответственно, я освобождаю себе такое место. Вот я его разрыла. Дохожу до самого низа. Это, соответственно, все складываю рядышком. Ой, ничего себе у меня там слой какой. Я даже не знала. Смотрите-ка, как и влажненько там, хорошо. О, наконец-то вроде добрались до земли. Сейчас я возьму коловорот. Коловоротом сделаю дырочку. Как у меня глубоко-то. Ничего себе дырочка. Вот. И посажу помидорку. Так. Делаю коловоротом дырочку. Убираю земелечку. Все. И сейчас будем здесь сажать. Все. Дырочка готова. И поехали дальше. Вот у меня получилась дырочка. Сейчас я в эту дырочку посажу помидорку. Засыплю ее земелечкой. Пролью хорошенечко потом теплой водичкой. И все. И так вот мне надо сделать во всей теплице. Сейчас пока отключаюсь. Этот процесс долгий. Я думаю, к вечеру, наверное, я закончу. Ну и вам покажу результат. Так, я сделала на одной стороне. Ой, простите меня за мой внешний вид. Я на этой стороне уже сделала дырочки. То есть вот этот ряд у меня уже закончен. Сейчас вам покажу, чем занят сейчас Валерка. Пока, значит, я тут занималась теплицей, Валера вот тут спилил два тополя, делает для гусей навес.
О, тут мы перенесли их эти колеса. Вон там я одно уже поставила колесо, но Валера сказал, что слишком далеко. Сейчас поглядим. Еще подопустить. Домик? Да нормально. Хватит. Красота. Домик поросенка? Да. Должен быть крепость. Все? Ладно. Заселяемся. А еще можно одно яйцо туда положить. Да. Чтобы они поняли, да? Угу. Не найдет там высоте. Ага. Откопать надо, значит. Не наш метод. Подними вот этот угол. Нет, не отпадет? А? Только что обнаружили, что одуванчики начинают закрываться. Это верная примета к дождю, хотя... Да, а, змея! Какая? Гадюка. Гадюка. Буси, держи. Буся. Буси ко мне. Гадюка. Это гадюка. Здоровая. Ага. Большая. Вот сволочь. Откуда-то с нашего участка приползла. От воды, наверное. Пускай ползет во своей. Мы на всякий случай переобули ботиночки с тапочек на сапожки, а то мы пошли. Что-то как-то это, боязно. Он вылежит, сторожит. Вай, тебе сказано, не трогай. Иди нафиг. Решили пойти взять с собой на всякий случай лопатку. Мало ли что. Ой, подошли черемуха. Распускает свой цвет, красота. Пчелки летают, жужжат. Собирают нектар. Пришли на пасеку. Валера обходит свои владения. Смотрит, как пчелки тусуются. А я на солнышке стою, загораю. Красота. Бройлеры носятся. Ой, утки вон ходят. Все. Работает пасека. Ну? Мам, погляди, какой я нашла цветок. Это же твои любимые. Помнишь, мы тогда с тобой в Новосибирске их встретили? Они, оказывается, у нас. Вот мы вышли из Серебетии. И вот они тут у нас растут. Представляешь, какая красота? А мы вон пошли на Ваина лежбище, куда она таскает
всяких зверюшек, которых находит. Хотим сходить посмотреть, кого она еще принесла или нет принесла. Ой, а тут болото, смотрите. А я не знала, что здесь болото. А? Ничего нету, ну и хорошо. Прям болотина, болотина. Водянистая. Я еще здесь не была. Ну и где тут были эти тела? А, понятно. Понятно, где были тела. Ясно. И вот здесь вот где-то у нас курлычат журавли. Вот где-то вот в этом месте я вчера слышала. Ну, где-то в кустах, скорее всего, да. На земле делают? Я не знаю. Если на земле, то эти-то не дадут. Наши охотничьи демоны. Ну да. Да нет, вроде журавль же сверху на доме делает гнездо. Аист. А, аист. Что ж? Я не могу тебе сказать, не знаю. Красота. Послушаем. Сегодня будут журчать, значит, что живы. Ну, я с утра, кстати, слышала, журчали, только я не успела снять. Время уже час. Мы решили пойти покушать, пообедать. Продолжим после обеда. Мы пришли в теплицу посмотреть, как тут наши подопечные. Смотрите. Опа! Лазутчик. Шпион. Шпион из другого. Подхватывает календюля и сваливает. Ну, пока еще никуда не сваливает. Но там он еще один сидит, вон там. Ага. Посмотрел. Так, чем тут кормят? Может быть, лучше, чем там, где у нас? Ага. Цыплятки. Вон они все хорошенькие. Ой, какие вы грязные-то. Ой, трындец. Ой. Да, молодцы. А тут вон спрятались. Вон там вот спрятались. Вон там тоже спрятались. И тут носятся. Красавчики. На этой неделе заморозки, поэтому я сняла свои цветочки со стеночки и сюда положила. Так что пока здесь побудут. Я пошла дальше продолжать. Мы пообедали. Я пошла продолжать дальше в теплицке, в тепличке работать. Ой, ну что же, дырки все сделаны. Помидорки расставлены по лункам. С этой стороны будут более рослые, под 2 метра ростом помидорки. С той стороны будут маленькие помидорки. Вот я тут все расставила. Конечно же, остались помидоры. У меня нет столько дырок, конечно же, для них, сколько у меня помидор. Ну, ничего не поделаешь, придется остатки выбросить. Ну, что делать? Ну, а вот здесь в серединке будут перчики. Вот они у меня тут все стоят, перцы. Я сейчас сначала вот с этими, с помидорами здесь и здесь закончу. А там вот в конце нет помидорок. Там будут огурчики. Я на всякий случай всегда сажаю огурцы в теплице. Ну, мало ли что, потому что не всегда бывает год хороших. И огурцы могут на улице просто плохо плодоносить. А здесь всегда в теплице есть огурчик, тем более их можно пораньше посадить. Ну что, приступаем к посадке. Ну что же, под вечер я все-таки закончила. Видите, уже солнышко где? Вон с той стороны было, ну вон там. Сейчас тут. Посадила я, короче говоря, помидоры. С этой стороны, с той стороны. Там вот то, что в уголочке пусто, это будут огурчики. Посередине будут... как они называются, перцы. Ухайдокалась, конечно. Ну, сами понимаете, посадка дело такое. Надо сходить, земельки набрать, посадить, воткнуть, дырки сделать. В общем, все хорошо. Сейчас пойду отдыхать. Спинка болит, ручки не гнутся. Ну, или наоборот. Все, давайте. Всем пока. Ой, хорошие провели выходные. Все, мне пора ехать в город. Я тут много всего сделала, помидоры посадила. Ну, вы все это видели, что я вам рассказываю. Давайте, все, пора на работу. Пока!